выпустите нас! Ну, пожалуйста! Не могу, у меня приказ! Что-то не так! Страшно он бьет в подсобке у кухни! А у мажордома такая гадкая, довольная рожа! Здесь, наверное, впереди не битва, а грабеж! Грабеж, да? Грабеж! Причем же здесь грабеж? Все честно, согласно контракту. Аренда помещений отдыха, сцены, питание, стены и исписаны гнусными сонетами. Да это же Шекспир! Это вранье! Я сам видел, как это вы царапали на стенах. Шекспира там не было. За что нам все это? Господа, жертва должна с легким сердцем оставаться с нажитым добром. А ну открывай эту производство! Да не у нас нет чужих, только свои честно заработанные. Мы с вами сильно расходимся во взглядах на свои и чужие деньги. В пределах этих крепостных стен все деньги – это собственность церкви, его сиятельство граф. Врешь, гад, это наше жалование. Наше! Никто не спорит, что это ваше жалование. Все, что заработали, все получите. Но потратить вы можете это только здесь. И как угодно. Проиграйте, пропейте или просто сорите деньгами. А я ему сейчас голову разбью. Подождите, позвольте уточнить. Значит, здесь мы, уважаемые граждане, богатые актеры, а там... Голытьба и нищета шутовская. А мы не сможем чем-нибудь стукнуть тебя по голове и уйти с нашим честно заработанным. А не можете. У меня заряженный пистолет и на стенах пара лучников. Ну это так, если вдруг я промахнусь, не дай бог. Отпуск. Все черти здесь. Как я вам сочувствую. Но ничего не поделать. Платить все равно придется везде. И в раю, и вот там, где вам не нравится. Ну так что, господа актеры, будете платить по-хорошему или вас пристрелить? Да знаете что? А идите-ка вы к дьяволу, забирайте. Я здесь ни минуты не останусь, к черту вас и ваш контракт. Не могу я играть без зрителей. С ума можно сойти, когда граф напивается во время спектакля, а во втором акте уходит помочиться и не возвращается. А мы должны играть до конца. Да перед кем? В пустых залах играть нам не привыкать, но в графоманских пьесах его сиятельство просто невыносимо. Он вообще выворачивает, хотя у меня роль без слов. Беда с вами шутами. Говорите много, непонятно, скучно. Открывайте ворота! Денег больше нет. Да, это я знаю. Я насчет вашей одежды. Возмущаюсь, что не так зашли на ряд. Тебе все великолепно, но у нас новый налог на роскошь. Фиш, ты серьезно, да? Раздеваться, да? Ну, она же дырявая, она пятый. Вы что? Исключительно ради отчетности. Верните все. Командор! Да не могу я! Не могу я! Счастливо!